Минус 35 нафиг. Если камера передает, не передает, то вон тот дом в краю улицы, ну уже на другой улице, он в дымке. Сейчас собак выгуливал, выводил. Смотрю, бежал, бежал, провалился нафиг. И вот тут что-то он... Нет, это, наверное... Это, наверное, сын все-таки наделал. Но собака вот провалилась в кювет. Все. Белое. Дышать сложно. Ну, как бы потепление. Сейчас показывает погода 32. Было-то 35. Чуть-чуть теплее стало. Давайте на солнышко сходим. Вот солнышко спасает. В дом очень много попадает солнца. Это вот у меня портальное окно такое. И поэтому тепло в зале сразу. То есть дополнительно к теплому полу, ко всем обогревам. В зале еще тепло от солнышка и приятно. Завтракать очень классно. Я еще купил блинную сковородку. Замечательная штука. Колеса сдуваются нахер. Тяжело дышать. Уголечек добывается. Тут все красиво бело. Все скрипит. Вон народ топится, гляньте как. Ну там котельная. А вот это кто-то проснулся. Я-то уже затопил, протопился. Вот такая у нас еще снежная баба, снеговичок. Гляньте, какой замечательный. Блин, кто-то ему сломал, что ли, или это сустав сделали. Не понял. Где угля взяли, интересно? Да. Морковку жалко. Морковку жалко, испортили. В камень. Ого. Четко вообще. Слышите? По носу краю стучу, а он весь. Вот он такой, потому что был дождь. Он сейчас маленько в таком неприглядном виде. Потому что после того, как было вот теперь, как бы снег был мягонький, минус 2 там, до нуля. Потом вообще дождь шел. Это как раз направление справа. И вот он маленько подмочился. Был-то подсимпатичней. Да. Фух, он щелкает крыши у всех. Я думал, только у меня. Нет, у всех крыша щелкает. Хотел сделать стрим, но... Ну куда? Ну дрова вообще не горят. Я-то хотел с улицы. Здесь сейчас попробуем. Может быть, даже так сам кашу сделаю. Да, у меня туалет маленький. Отморозя. Сначала вот опять же шел дождь. Еще несколько палок отпало. Как бахнул мороз. Отвалилось все нафиг. Так, по-моему, у меня фокус сбился. Из-за того, что холодно. Да, ну ладно. Сейчас еще съездим, может быть, в кино. Который там строго вверх. Или что там про баскетбольную команду. Может, как раз потом сделаем. Сегодня надо уже, надо. Ладно. Вот такое вот утро. Ну как, где-то 12 у нас сейчас.